Первым делом хочу всех поздравить с началом весны. Нашла праздник. Весна – это когда снег начнет таять, а не когда на улице двухзначное число с минусом. Март в Губкинском не то, что на большой земле. Цветы не цветут и ручьи не бегут. Запоздала обычно у нас весна, только в мае может снег растаять. Согласна. Погода сейчас непредсказуемая. Есть большая вероятность заболеть. Тут важно не по календарю одеваться, а по погоде. И смотреть наши полезные советы. Here we go. Здравствуйте! Давно не виделись. А все потому, что я немного приболел. В школу не ходил, ну, естественно, никакие кружки и секции не посещал, а дома было до жути скучно. И когда спала температура и самочувствие более-менее нормализовалось, я задался вопросом, а возможно ли не болеть в период простуд? В среднем за год мы простужаемся 4 раза. Если вовремя простуду не устранить, то она может перейти в более тяжелые заболевания. Итак, есть несколько способов повысить иммунитет и сопротивляемость организма к вирусам. Главное вовремя заняться профилактикой. Необходимо соблюдать правильный режим дня, вовремя ложиться спать и вовремя просыпаться, чтобы активизировать свой иммунитет. Необходимо спать не менее 8 часов в сутки. Гоните прочь плохие эмоции. Вероятность подхватить простуду и грипп увеличится многократно, если у вас подавленное настроение. А еще простуда свидетельство того, что человек перегрузил себя сверх меры. Ешьте побольше продуктов с витаминами. Фруктов, овощей, не стоит забывать о силе меда. Ежедневный его прием защищает от микробов и вирусов. Одной ложечки достаточно. Также каждый день кушайте одну дольку лимона. Следите за гигиеной рук. Инфекции распространяются в магазинах, автобусах и прочих общественных местах. Микробы хоть и не будут убиты, но смоются водой. Одевайтесь по погоде. Не стоит ради красоты жертвовать здоровьем. Не игнорируйте шапку и перчатки, надевайте теплые сезонные вещи и обувь. Если все-таки замерзли на улице, придя домой, срочно нужно согреть тело. Примите горячий душ, разотрите ноги одеколоном, наденьте теплые носки, выпейте чай с лимоном и под одеялом. Если на следующий день появился кашель или насморк, то идите на прием к врачу, не откладывайте. Следите за своим здоровьем, не болейте и продолжайте смотреть «Молодежку». Here we go. А вы знаете, что в Губкинском стартовал отборочный тур «Студ весны»? В этом конкурсе участие принимают студенты, а мы школьники. Зачем нам это мероприятие? А мне интересно, я бы с удовольствием посмотрела на творчество студентов. А я бы даже поучаствовал, присмотрелся. Я знаю, что там есть направление журналистика. И номинации. Видеорепортаж, видеоблог, радиопередача, публикации и фоторепортаж. Самое популярное и современное – это 100% видеоблог. Сейчас свои видеоканалы ведут даже дети в начальных классах. Here we go. В этом классе начальной школы учатся две Кати. Девочек объединяет не только одно учебное заведение, но еще и любовь к блогерству. Они участвовали в конкурсе видеопрезентации и неплохо себя показали, заняв призовые места. Большая часть детей сейчас хотят быть блогерами. И это уже такой общеизвестный факт. Я думаю, что и взрослые хотели бы, но мешают какие-то вещи, предрассудки, стеснения, и взрослые не могут переступить. А наши дети совершенно свободно это делают. Почему же культурно и грамотно не направить их и не сделать так, чтобы все-таки большая часть блогеров именно были грамотными, полезными? Блогер – это такая профессия, там, где нужно снимать видео и выкладывать их либо на свой канал, либо куда-нибудь еще. Блогер – это популярный человек в интернете, у которого больше всего подписчиков, лайков. Екатерине Кулаковой зарегистрироваться в сети и создать свой видеоканал помогла старшая сестра. Кате только 9 лет, но уже 2 года она видеоблогер. Создает ролики, видео, делает мультики, обзоры покупок и собирает подписчиков. У меня есть канал, но у меня довольно мало подписчиков, всего 15. Но я думаю, что скоро все наладится, потому что я довольно хорошее видео выкладываю. И, надеюсь, все будет хорошо. Кате Привезенцевой победить в конкурсе помог брат Вячеслав, известный зрителям «Молодежки» по рубрике «Читаем книжки». Оказывается, он не только юнкор, но и блогер. Блогер – это сейчас действительно очень популярно. Из-за того, что сейчас эра цифровых технологий, сейчас модно все, в принципе, что связано с компьютерами. Слово «мама» знает каждый. Это вам не просто так. В день звучит и не однажды на различных языках. На английском и на русском, на испанском и французском. В целом мире
каждый житель повторит его не раз. Мы с Катей рассказывали стих на диктофон под музыку, потому что программа, она не пишет два звука, она не может их соединить воедино. Поэтому нам пришлось под диктофон, получается, и музыку включать, и рассказывать стихотворение. Потом мы взяли Катины рисунки, она новые нарисовала, и вот из садика, когда еще вот с давних времен Катины рисунки моей сестры вот были, она неоценимый тоже вклад внесла. Ну и потом я монтировал, с этим мама помогала. Но я уже начала осваивать программу монтажа, это тоже очень хорошо. Знают юные блогеры и некоторые правила успешной работы в интернете. Не говорить лишних слов, когда ты записываешь видео, не сдавать лишних звуков и говорить все четко. Есть правило авторское право, то есть нельзя людей снимать без разрешения. Есть еще правила, которые нужно соблюдать. Чтобы тебя смотрели, должно быть хорошее качество видео, чтобы лайки набирались. Лена уже блогер со стажем, и у нее больше подписчиков, чем у двух Кать вместе взятых – 180 человек. Хотя интервью записано давно, и аудитория могла увеличиться. Каждый день Елена придумывает новые идеи и старается снять интересные ролики. Мне нравится этим заниматься, снимать видео, выкладывать их, набирать аудиторию, чтобы тебя смотрели. Блогер – человек, ведущий дневник в интернете. Он дополняет тексты графическими изображениями, видео, личными фотографиями. Блогер может рассказывать о своей жизни, работать с новостями, создавать тексты о хобби, записывать видеоролики, которые будут привлекать новых подписчиков. На блогеров не учат в университетах и техникумах. Но при этом блогер должен быть грамотным, хорошо разбираться в тематике своего онлайн-дневника. В общем, занятие интересное. Присоединяйтесь! Here we go. Я так понял, видеоблогером может стать любой, и учиться этому не нужно. Это как посмотреть. Если ты будешь что-то скучно и нудно рассказывать, то никаким подписчикам это не понравится, и у тебя их не будет. Поэтому нужно всегда заниматься самообразованием, смотреть, как это делают другие, и читать умные книжки. Кстати, о книгах. 3 месяца осталось до конца учебного года. Нужно срочно браться за ум и готовиться к экзаменам. Алгоритм действий в рубрике Анастасии Надежкиной. Всем привет! Первый день весны. Разве не повод разложить все по полочкам и начать готовиться к сдаче экзаменов? У нас с вами есть целых 3 месяца. Сегодня почти в каждом классе в конце года сдают экзамены, пишут итоговые и контрольные. 9-классникам и 11-классникам, конечно, сложнее будет готовиться. У них ведь ГИА и ЕГЭ. Итак, начнем. Ничто так не вдохновляет на подготовку к экзаменам, как четко поставленная цель. Например, ты мечтаешь об учебе в известном столичном вузе. Это ли не повод не вылезать из-за учебников? Советую отложить реальную жизнь на время подготовки. Оно того стоит. Заведи отдельную тетрадь для планирования или электронную таблицу. Закрепи за каждым экзаменом свой день. Например, в понедельник и четверг учишь русский язык, во вторник и пятницу – информатику, а в среду и субботу – математику. Найди справочники и учебники. Выбрать подходящие пособия можно несколькими способами. Обратиться к преподавателю-предметнику за рекомендацией или спросить у выпускников, которые успешно сдали экзамены в прошлом году. Не можете сами себя заставить заниматься? Подключайте взрослых. Если у родителей не получается вас контролировать, выход – индивидуальные занятия с репетитором. Прогулять или не выполнить домашнее задание не получится. Помимо собственного обучения, репетитор учит самоорганизовываться и честно работать. Кроме того, тут есть возможность выстроить исключительно индивидуальную программу и прицельно уделить повышенное внимание слабым местам. Начинай готовиться прямо сейчас. Больше никаких «еще минуточку посижу в интернете» или «попью я чайку». Сделаешь это после того, как решишь одну из частей теста, прочитаешь главу из учебника и составишь конспект по ней. Подготовка займет не так много времени, если не отвлекаться каждые 5 минут. После выполнения пунктов плана пообещай себе награду. Просмотр серии сериала или час видеоигры. Без отдыха никуда. Сидеть постоянно за учебниками тоже плохо для здоровья. Учти это и начинай работать. Проведи выходные плодотворно. До свидания. Here we go. А теперь время самой интересной для меня темы. То есть нам нужно уходить? Нет, конечно, сюжет Варвары Андреевой просто обязан всем понравиться. А я знаю, о чем она будет рассказывать. Как старшеклассники на экскурсию в больницу ходили. Все, хватит слов, давайте смотреть. Here we go. Я давно хотела побывать в больнице, но не в качестве пациента, а на экскурсии. И моя мечта наконец-то сбылась. Перед тем, как ходить по отделениям, нам выдали такие наборы. В них маска, шапочка, халат и бахилы.
Последние минуты ожидания в холле, и школьники готовы погрузиться в мир медицины. Для учеников губкинских школ городская больница несколько раз в год открывает двери и проводит экскурсии по отделениям. После того, как мы переоделись, хочу заметить не без труда, тяжело было сразу сориентироваться и понять, как завязывается халат и надеваются бахилы, мы отправились на четвертый этаж. Для того, чтобы посвятить свою жизнь медицине, надо все-таки такое решение принимать обдуманно, работа тяжелая. Работа очень ответственная, требует многих знаний. И вот сейчас мы с вами познакомимся с маленькой частью медицинской деятельности. Это вот как работает клинико-диагностическая лаборатория. Лаборатория таит в себе много тайн и самой разной трудновыговариваемой техники. Сразу не разберешься, что же тут происходит. Единственный аппарат, который все узнали, это микроскоп. А вот что благодаря ему мы рассматривали, без подсказки медперсонала понятно не было. Посмотрели мы увеличенную каплю крови и даже образец костного мозга. В экскурсии на самом деле было интересно все. Мы смотрели в микроскопы и нам объясняли, какие аппараты есть в больнице, как они помогают врачам. А еще большое внимание уделили мытью рук. Оказывается, это целая наука, и не все так просто, как мы привыкли делать. Тут над раковиной висит схема и показано, в какой последовательности нужно мыть ладони и пальцы. Тут даже выключают воду не как мы привыкли пальцами, а локтями. Из лаборатории мы направились в хирургическое отделение. Школьники здесь редкие гости, обычно хирурги очень заняты. С нами беседовал лично заведующий хирургическим отделением Сергей Боровков. Он рассказал нам о своей повседневной работе и уделил особое внимание профилактике переломов. Перелом — не может случиться такое чудо, что, допустим, косточка сломалась, загипсовали ее, и через две недели встал и пошел, и все как-то на месте. Все идет через свои определенные временные рамки. Если это тонкая кость, допустим, предплечье, одна кость, то это где-то 4 недели за это время, она срастается, но она не полностью срастается. Она образуется косточка, косточки начинают срастаться между собой, образуется сначала мягкая мозоль, она такая, как хрящик. Потом этот хрящ, когда человек начинает нагрузку давать, аккуратно, конечно, дозированно, вот этот хрящ прорастает кальция, и тогда становится крепкой. И структуру полностью косточка преобразует свою, то где-то месяца через 3. Сергей Александрович очень давно в медицине. Хирургом он работает больше лет, чем самому старшему на экскурсии ученику. То есть мы еще не родились, а он уже постигал азы профессии и практиковался. Очень важно, это прям вот сильно хотеть стать врачом. Потому что тот человек, который, ну, вот попал вот в медицину, вот потому что вот там родители хотели, вот я не хотел их расстроить, там вот и отучился, не думаю, что это будет хороший врач. Вот. Нужно прям сильно любить, сильно хотеть. Потому что работа очень трудная. И если человек идет каждый день на работу как на войну, вот, то не получается лечебного процесса. Нужно идти на работу, когда идешь с радостью, и что-то хочется сделать, и вот в таким вот настроем, тогда все будет хорошо. Ты смотришь, как работают другие врачи, ты понимаешь, что как бы они не зря учились. То есть они не жалеют об этом, и по ним это видно, потому что они с тобой разговаривают радостно, говорят о своей профессии, говорят, как они помогают людям. И ты понимаешь, что, возможно, ты будешь таким же. Мне, да и всем школьникам было интересно беседовать с врачами. Ведь многие из ребят собираются связать свою жизнь с этой благородной профессией. Ты хочешь стать врачом. Почему? Ну, я так решила, потому что врач – это очень полезная профессия, помогать людям и делать их счастливее. Это хорошая возможность для тех, которые хотят поступить в медицинский. Такой уникальный шанс посмотреть все это вживую, услышать это от самих врачей, все объяснения, все хитрости в этой работе. На первом этаже больницы мы побывали в отделении, где можно пройти обследование всего организма. Для этого здесь собрано много нужных медицинских аппаратов. Результаты можно посмотреть на компьютере. Программа позволяет даже видеть 3D-изображение. Компьютерный томограф, он более приближен к костям, а магнитно-резонансный томограф, он приближен к тканям. Если, допустим, делать обследование коленного сустава, то на КТ мы увидим колено, но не увидим мениск, вкладочку. А на МРТ мы увидим
там видно будет мениск, поврежден, не поврежден. Экскурсия была очень и очень интересная, хотя мы не обошли и половину отделений больницы. Будем надеяться, ребят, желающих связать свою жизнь с медициной, обязательно еще пригласят посмотреть на работу других врачей, ведь в больнице работает много людей разных специальностей. Here we go. Плохая новость. На следующей неделе не будет нашей программы. Вся страна в пятницу будет праздновать Международный женский день 8 марта. Интересно, что же нам девочкам подарят? Шоколад, цветы или гаджеты? Может и ничего. Я лично слышал, что многим парням этот праздник не нравится, и они его будут игнорировать. Да, у каждого свое мнение по поводу этого праздника и подарков. И наш опрос этому доказательство. Лично я считаю, что подарки не обязательно должны быть дорогими. Это может быть даже открытки или там, не знаю, вязаные салфетки. Может, что-то такое, что сделано своими руками. Я бы хотела что-нибудь приятное. Ну, то есть, например, так, как внимание оказывающее. Например, блокнотик там красивенький, ручку или что-то символизирующее любовь. А сама будешь подарки какие-то дарить? Да, я буду делать подарки своей лучшей подруге, двум, своему любимому учителю и маме. Я буду дарить маме, наверное, открытку и еще в классе кого-то поздравлю. Я считаю, то, что надо дарить подарки всем женщинам, а свой подарок я не буду говорить и афишировать это. Как ты относишься к 8 марта? Нужно ли дарить подарки? Я думаю, нужно. А что ты будешь дарить и кому? Ну, наверное, маме это 100%. Я приготовлю, наверное, пирог. Я считаю, то, что нужно дарить подарки на 8 марта, потому что это праздник. Я подарю маме, может быть, цветы, и подружкам шоколадки. Маме подарю, может, не знаю, может, с папой вот купим что-нибудь. Я даже еще не думал. А девочкам в классе? Девочкам? Ну, подарки тоже. Может, сладости, и потом... Ну, подумаю еще. Я буду делать на 8 марта подарки маме своей. А что это будет? Скорее всего, открытка своими руками будет. Скажи, а почему важно дарить в этот день подарки, как ты думаешь? Потому что, когда даришь подарки, то ты проявляешь любовь и как бы говоришь, что своим подарком то, что тебе нужен этот человек и важен.